Книга «Открытым оком». Тема «Разбор выступлений». Вопрос 1340. Вы говорили, что лично знакомы с архимандритом Амвросием Юрасовым. Я купила две его книжки, которые называются «О вере и спасении. Вопросы и ответы». Можно ли ими пользоваться? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Передо мной две его книги из этой серии. Печатаются по благословению его Высокопреосвященства архиепископа Ивановского и Кинешемского Амвросия. Святоведенский женский монастырь, книга первая, 278 страниц. 2001 год, тираж 10 тысяч экземпляров, издательский дом «Ковчег», адрес город Иваново, улица Базисная, 25, 362 вопроса. Перед тем же названием и благословением по тому же адресу книга вторая, 2001 год, 320 страниц, 313 вопросов. Отца Амвросия я знаю давно лично. Он наш земляк, алтайский. Когда он приезжал ко мне в гости на несколько дней еще до моего второго ареста, то я записал на магнитофонную ленту большое интервью с ним, где он рассказывает полностью свою биографию. У меня тогда была серия таких записей под названием «Обращение» о том, кто и как пришел к Господу. Эту пленку можно прослушать и сегодня. Тогда она разошлась по всему Союзу. У него типичная бабушкина вера. Никакого евангельского обращения у него не было. Один к одному, как у отца Михаила Капранова, отца Андрея Кураева и всех остальных. Прочитав его книги, только и взахаешься. «Бедная несчастная Россия, кто ведет твой народ?» Из его книжек редакторы местных районных газет не только у нас на Алтае перепечатывают ответы. Только и вспомнишь слова протопопа Аввакума. Колени задрожали, видим, что зима хочет быть. Отец Амвросий совершенно не нуждается в Библии. И на вопросы отвечает согласно того, что слышал, а иногда видел наяву или во сне, а иногда и сны близки ему по духу. И всюду, и везде по басенке и предсказульке. Иногда даже цитирует места Священного Писания, притом не сверяясь со Священным Писанием грубо, перевирая написанное в Слове Божьем. Страха нет никакого, как говорят старцы, прелесть и обольщение. Большинство ответов даже на серьезные вопросы не о свечах и храмах, а большого политического и церковного значения он как бы в кавычках освещает с нами своих почитательниц. Если бы на все эти 675 вопросов он отвечал по Библии, скольких людей он мог бы привести ко Христу? Тем более он пишет: «В Святоведенском женском монастыре города Иваново со дня открытия храма в 1989 году сложилась такая традиция. Каждый воскресный день после вечернего богослужения прихожане остаются в храме. Нам вон выходят священнослужители и отвечают на вопросы о Боге, вере, душе и спасении. Чаще всего ответы дает настоятель и духовник монастыря архимандрит Амвросий. Вопросов и ответов бывает много. Мы собрали лишь небольшую часть и надеемся, что кому-то они помогут разобраться в себе, в своей душе, а главное стать настоящими, живыми христианами. Кавычки закрываются. Часть вопросов и ответов я постараюсь разобрать перед вами, как они отвечены Амвросием и как бы они должны были быть отвечены по Слову Божию. Раньше выпускался атеистами журнал «Наука и религия», в котором не было ни науки, ни религии.
Эта книга называется «О вере и спасении». После прочтения и тщательного разбора этих ответов хочется назвать ее иначе. О вере Александра Юрасова и о спасении, как он это понимает по снам бабушек, не заглядывая в Библию. Эпиграфом к его книгам следовало взять следующее изречение. Иеремия 5.31. «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?» И чуть ниже, Псалом 55.11. «В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его». Эти ответы я даю сегодня, 2 сентября 2002 года, после утренней молитвы, как всегда, в 4:40 утра. Эти места Писания не подбирались, они просто были в ежедневном чтении по порядку. Вопрос 1341 по книге 1. Вопрос 28. Правда ли, что Бог создал человека только на земле? Если да, то кто живет во Вселенной? Ответ Юрасова. Да, Господь создал человека только на земле. Во Вселенной живут демонические силы. Центром на земле они избрали Тибет. Интересны слова «небеса» и «поднебесье». «Небеса» – это место, где нет бесов, где обитает Бог и все святые, ангелы и архангелы. А «поднебесье» – это место под небесами, где обитают бесы, злые демонические силы. Места на небесах, места на небесах им нет. Старцы говорят, что нельзя усиленно смотреть в ночное небо, ибо злые духи могут совратить душу. Книга 2, страница 4. Надеемся, что ответы, опубликованные в этой книге, помогут многим разобраться в непростых вопросах мироздания, спасения, взаимоотношений с близкими. По просьбе наших читателей в этой книге мы изменили написание некоторых слов, сообразуя его с нормами дореволюционной грамматики. В основном это коснулось написания приставки «без». Если в наше время принято писать «бессердечный», «беспокойный», «беспорядочный», то в дореволюционной России, чтобы не смущать верующих и не возносить хвалу бесу, «бессердечный», приставка «без» писалась как «без». Открываю православный церковный календарь, издаваемый по благословению двух Алексиев и Пимена. Читаю слово «Амвросий». 7 декабря. «Бессмертный, божественный» с греческого. И даже здесь, в своем имени, вы, отец Амвросий, можете найти облечение вас, что вы покорный бесу, и в этом умрете, если рассуждать по-вашему. Такая игра словами присуща только дурдому. Грамотный человек идет на поводу безграмотных пьяных старух, по слову Златоуста. Исайя 56:10. Стражи их слепы, все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Архимандрит идет полностью на поводу у слепой, невежественной толпы. Он непрерывно созидает авторитет свой, как оракула вещуна. Какой бы сложности ни были вопросы, он на них без запинки отвечает. Бабушка одна видела во сне, мне сказали, однажды было. Почти все ответы его не из Библии, а из мусорной корзины на базаре.
Откуда он взял? Какие старцы могли сказать, что нельзя смотреть на небо? За одни эти слова, как он будет отвечать на мытарствах, обольщенный, слепой вождь слепого народа? Что нам говорит об этом Библия? Слушай, Амбросий, и внимай, ибо так говорит Господь твоей бедной заблудшей душе. Псалом 18:2. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Откройте пятый том творения Иоанна Златоуста и шестоднев Василия Великого. Как хорошо они знали небо, и как подолгу смотрели на звезды. Изучение звездного неба, движение планет прославляет Создателя Вселенной. Амбросий этого не хочет. Звездное небо – это не просто красота, а это непрерывная проповедь о славе Божией. И это знал псалмопевец Давид в своих скитаниях по горам и пещерам. Это знал Авраам. Псалом 148:3. Хвалите его, солнце и луна. Хвалите его, все звезды света. Бытие 15:5. И вывел его вон и сказал ему, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Бог прямо призывает долго смотреть на звездное небо и внимательно считать звезды, не посоветовавшись с ивановским мудрецом. Бытие 26:4. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные. Варуха 3:34. И звезды воссияли на стражах своих и возвеселились. Послание Иеремии 1:59. Солнце и луна и звезды, будучи светлые, посылаемы ради потребности, благопослушны. Премудрость Соломона 7:19. Круги годов и положение звезд. Сирахова 43:10. Красота неба, слава звезд, блестящее украшение, владыка на высотах. Сирахова 43:11. По слову святого звезды стоят по чину и не устают на страже своей. Сирахова 56. Как утренняя звезда среди облаков, как луна полная во днях. О красоте и тайне звездного неба более всего говорится в книге Иова. Вот только несколько мест. Иова 9:7-9. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кесиль и Хима и тайники юга. Книга Иова 38:31. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Созвездия, соответствующие нынешним названиям Медведицы, Ориона и Плеяд. В Библии слово «звезда» встречается 91 раз. Столько раз мы должны посмотреть на небо, притом очень внимательно, смотря на звезду утром, мы сердцем обращаемся ко Христу. Откровение 22:16. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Что касается солнца, то о нем в Библии упоминается ровно 200 раз. Бытие 1:14. «И сказал Бог,
Да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. Псалом 73, 16. Твой день и твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце. Псалом 83, 12. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Псалом 148, 3. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Екклесиаст 11, 7. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Песни песней 6, 10. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? И как гнев Божий рассматривается время, когда не будет естественного света от солнца и звезд. Исаии 13:10. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. При исполнении божественных обетований и светила небесные также прославляются увеличением своего света. Исаия 30:26. И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Сирахова 57. Как солнце, сияющее над храмом Всевышнего, и как радуга, сияющая в величественных облаках. О луне в Библии упоминается около 68 раз, и нигде не говорится, что нельзя смотреть на нее и исследовать ее, а совсем напротив. Сирахова 39:15. Еще размыслив, расскажу, ибо я полон, как луна в полноте своей. Сирахова 43:6. И луна всем в свое время служит указанием времен и знамением века. Сирахова 56. Как утренняя звезда среди облаков, как луна, полная во днях. Псалом 88, 38. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Иоанн Лествичник в своем 15-м слове о нетленной чистоте и целомудрии пишет: 80 тем, которые еще не стяжали истинной сердечной молитвы, в телесной молитве способствует подвиг понуждения, например, распростертие рук, биение в грудь, умиленное взирание на небо, глубокие воздыхания и частое преклонение колен. Но как часто случается, что они в присутствии других людей не могут всего делать, то бесы и стараются тогда на них нападать. А так как они еще не в силах противиться им мужеством ума и невидимою силою молитвы, то, может быть, по нужде и уступают борющим их. В таком случае, если можно, скорее отойди от людей, скройся на малое время в тайное место, и там воззри на небо, если можешь, душевным оком,
а если нет, то хоть телесным. Кавычки закрыты. Нужно уважать своих слушателей, господин Юрасов, и не заниматься бабьими баснями, в которых вы увязли и, похоже, никогда не выберетесь. Слишком великую честь приобрели через них перед своими слепотствующими прихожанами, которые стоят пред вами после воскресного богослужения в Веленском монастыре и доверяются вашим бредням. Вами чрезвычайно недовольны старообрядцы, обвиняющие вас в плагиате рассказа о пчеловоде Лукиче, спорящем с атеистом. Это произведение принадлежит перу Федора Ефимовича Мельника, старообрядческого проповедника. Принесите пред ними всенародное покаяние, снимите с себя этот гнет, если виновны. Но и из этого вам уже не выдраться. Слишком глубоко увязли и забыли про свою душу. Прошу точно так же дать открытый обличительный ответ в мой адрес по четырем книгам «Открытым оком», где даны ответы на 1500 вопросов согласно Слову Божие. Но прошу ответить только... тоже только согласно Библии. И заранее могу сказать, что вы ничего не можете ответить, ибо Библию совершенно не знаете, и я вас в этом обличал в личном присутствии. Ваши ответы среди потока других ответов, заполнивших интернет и книжные прилавки, не худшие. «Погибла Россия». Гуляя над временем, быстрой рекой, мир церковь увидел в глуши. Мир громко насвистывал марш боевой, а церковь молилась в тиши. Вот к церкви подходит и руку свою подать ей любезно спешит, прикрывшие цветами растления змею. Но церковь от мира бежит. Нет, мир, я руки твои век не возьму, ты друга во мне не найдешь. Твой путь ведет каждого в вечную тьму, слова твои — вечная ложь. Пройдемся немного, упрямой не будь, мир ласково ей говорит. Мой путь — самый лучший и радостный путь. Луч солнца его золотит. Стезя твоя вьется меж терний и скал, залита потоками слез. Мой путь, я его сотни лет украшал, засыпан букетами роз. Лазурное небо всегда надо мной, имею я все, что хотел. А небо твое занавешено тьмой, страдания и скорбь твой удел. Терплю я безмерно, но всем и всему для всякого места даю. Приди же, тебя как родную приму, и будешь со мной, как в раю. Вот церковь застенчиво к миру идет с протянутой нежной рукой. Мир нежно, но крепко за руку берет и требуют жертвы иной. Ты слишком убого одета, сестра, я дам тебе жемчугов нить, и платье из шерсти, парчи серебра, и волосы нужно завить. На свой белоснежный, но скромный наряд на мир элегантный глядит, и церкви стыдом затуманился взгляд, ласкаясь ему, говорит: «Согласна сменить эти тряпки мои на более ценный наряд и светлые ризы одежды любви на церкви с тех пор не блестят. В сатины, в шелка и в парчу снарядил мир грязный невесту Христа, венок ей на голову свой возложил, земная разит красота. Твои проповедники
Неучий ряд с насмешкою мир говорит, детей моих баснями злыми страшат, нося благодетелей вид. Болтают о вере, о муках вовек, о жизни в огне и во тьме, чего б ни сказал ни один человек, когда б он был в здравом уме. Я лучших тебе постараюсь прислать с широким и гибким умом, докажут, что миру нужна благодать. Как хочешь живи, все на небо взойдем. Заполнил мир церковь наукой земной, своих в ней поставил людей, а старых служителей правды святой прогнал от ее алтарей. Вот церковь на троне сидит золотом и громко гласит с высоты: «Могу веселиться и ночью, и днем, ни в чем не имея нужды». А мир это слушал, лукаво смеясь, и с плачем сказал херувим: «Прекрасная церковь повержена в грязь, гордится позором своим. На небе пред троном Христовым в слезах пал ангел и имя той церкви назвал. Вмиг замерла песнь у святых на устах, и голос, как гром, прозвучал: «Я знаю дела твои, мира слуга, гордишься богатством своим, а ты и слепа, и бедна, и нога, пристанище казням людским. Покайся, смирись, посмотри на себя, исправь поведение свое, а если не так, я отвергну тебя и вычеркну имя твое».